давно я не путешествовал по этим блокам. Здравствуйте, хряки. Здесь можно... Фермеру нужно... Что тебе нужно вообще? И честно сказать, меня этот мир немножко раздражает. Не знаю чем, но чем-то все-таки он раздражает. Ты кто такой? Кто такой? Да. Я не знаю, как она называется. Вообще пофиг. Мы воруем еще вот эти две штуки. Зачем они, без понятия. Но вот этот блок нам, наверное, тоже понадобится, поскольку этот блок шел в комплекте с этими штучками. Уху! Печка! А как стибрить печку? А я смогу ее голыми руками стибрить? В смысле? А если я стибрю ее голыми... О, игрок Лерика присоединился к игре. А что у меня? А, ну ладно. Опять? Что? Пау! А где печка? В смысле? Лера овцу нашла. Лера нашла своего собрата. Да, уже давно. Так, я нашел коня, я нашел дом. Ну, тут никого нету, в принципе. Пяу, блин. Так, что тут у нас? У нас здесь ничего. Тут ничего полезного даже нету. Я пошел добывать что-то полезное. А что у нас поле? Ой, господи. Господи. А полезное у нас это ресурсы под названием дерево. Сейчас мы его и добудем. Ты это мне? Слава богу, а то за овцу пришлось бы тебе как бы пояснить. Зачем тебе? Маг. Маг. Я здесь маг, поняла? Ей пофигу еще. Ей еще и пофигу. Да ёб твою мать. Да как это работает, а? Давай. Я хочу сделать верстак. Да ты делай мне верстак, урод. Делай мне верстак, сволочь. Да ёптики мать. Да ладно. Я научил... О, чёрт, вот, всё. Я сделал верстак. Хороший вопрос. Я поставил верстак! Теперь я могу сделать палки, хотя я без верстака мог сделать палки, прикиньте. Ну да. Вот Лере, например, пофигу. Палки! Палки! Я буду всех бить палкой! Да зачем мне тыблоко? Мне не нужно твое тыблоко! Только один пустяк. Да ты что? Обалдеть, там лава! Настройки своего интерфейса, и теперь у меня вместо того, чтобы еда и жизнь были внизу, они теперь у меня наверху, и теперь мне намного легче, как бы, знаете, я делаю все не вручную, а теперь у меня появилось вот это вот... Что это? Ну, фигня вот эта, с помощью которой мне будет все намного удобнее, намного легче. Да. Так что теперь я сделаю себе топор, я сделаю себе меч, я умница.
Я умный мальчик! И теперь, с помощью того, что у меня теперь есть кирка, и не абы кабы, она у меня и железная. Я теперь могу тырить железные блоки и печку. Я стыбрю печку. Я стыбрила печку. Это крик души. Пукан. Дай мне свои координаты. В смысле, ты напротив домика была? Реально. Как мне теперь с этим жить-то, а? Вот она ты где, я иду к тебе, поняла? Я хочу посмотреть на горящий лес. Мы супер-пупер быстрые. Ай, все залагало нахрен. Вот это я понимаю, круто посетили Майнкрафт. Шикарное зрелище. А ты знаешь, что и лава, она извергает искры? Просто лицо Леры, вот и все. А Лере на лицо оно выглядело вот так. Я просто прошла мимо ски. Ай, блядь! Мне в жопу стрелу возили. Как жить теперь с этим? Неприятно, как тебе в задницу что-то пихаю. Оу. Смотри, здесь есть... Ай, лаги! У меня лаги, как я быстро забегу. Ай. Ай. Ура! Да, тут что, как? Ступенька. И раз, ступенька. Ура! Я преодолел преграду. Ла-ла-ла-ла-ла. Смотри, короче, у меня есть бумага. Что я могу сделать из бумаги? А как ее сделать? Да? Сколько именно? Фак, мне не хватает еще нескольких. А сколько именно бумаги надо, чтобы сделать карту? Так, подожди. У меня есть... Так, сейчас я положу это все в сундук. Пиу, 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 пиу. Нет, это я заберу. Ой, вот это тоже. Лера, теперь посмотри в окно. Там, где был зомбак в броне. Парень, вам помочь. Ой, не надо так. Вот только не надо мне такая. Надо. Он просто проводил с подними. Это зомби? Где это свечка?
У меня есть булыжник. Вот, видишь, все исправили. А еще у меня есть золото. Вот. Фак. Тоби уже мертвого. Короче, я тоже тебя порадую кое-чем. Смотри, короче, что я сделаю. Я сделаю вот так. И все. Вот так. Вот так. Потом я сделаю вот так. Что я сделаю вот так. Нет, здесь красивее. Что это было? Что это за... Как теперь мне повторить этот звук, который ты сделал, а? Ну вот, обидно. Как теперь жить? Я точно так же могу... It feels so bad, I'm with.